Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Стивен. Сегодня это продолжение наших покатушек, уже вторая часть. Так, и только начал я, так сказать, снимать вторую часть покатушек, и у меня свалился немножко телефон. Случайно я вот тут начал задевать, и он у нас свалился. Но сейчас, в принципе, он не должен у нас упасть. Так. Ну что же, давайте заведем. Как вы помните, в прошлой части у меня западал газ. Сейчас я, в принципе, настроил тут за 5 минут. Так. И мы с вами дальше можем. А нет, не можем мы дальше. Опять у нас свалился телефон. Ну что же это такая за беда-то теперь у нас? Так, я даже не знаю, привязать, так сказать, его нечем. Стоял же сейчас все время, было все хорошо. Совую часть мы смогли с вами заснять. Но если бы не газ, мы бы с вами засняли следующую. Потому что я случайно выключил телефон. Ой-ой. Ох, я в грязи застрял. Ну вот, как я и вам и говорил, что могу я вот так взять и заставить в грязи. Вот она, грязь-то пошла. Прошифлевал, блин, что я сказал, прошлифовал, тут я немножко даже. Так, ну все, вроде проехали, отлично. Можем ехать спокойненько дальше. И у меня опять долбанный газ задрал. Так, 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 так. Ну тут что? Че же он у меня так западать-то стал? О, опять, опять все упало. Опять все упало. Что же это такое-то, а? Похоже, палка слишком толстая. Я опять заглох. Ну, нормально, нормально. Как и обычно, короче. Заснял, так сказать, одну часть покатушек, следующую не надо. Так. Опять у меня вот сразу же упал телефон. Что же это за беда такая, ё-моё. Начну я сегодня, придется мне, наверное, монтировать будет. Придется, наверное, мне монтировать, и, скорее всего, тогда эта часть выйдет хрен даже знает когда. Так, как же мне установить этот долбанный телефон? Попробовать с этой, может быть, стороны установить-то вот так вот как-нибудь, а? В принципе, теперь он не должен у нас падать. Так. Проверяем скорость. Все нормально. Так. Ну что ж такое-то? Ну что же такое? Ну все, в принципе. Телефон у нас лежит нормально, а хотя он катается. Катается это вот сама палочка, которой я закрепляю телефон. Ну как закрепляю? Я ее установил, потому что телефон смотрит у меня в небо, а не на трассу, как должно быть. Но сейчас вот пока что все нормально, но палочка у нас падает. Вот. В принципе, установил. Можем ехать дальше. Надеюсь, что наконец-то мы с вами запишем уже вторую часть. Так. Потихонечку, наверное. Где же у меня микрофон сейчас лежит, да? Даже не знаю. Только он сейчас тупо записывает ветер. По-моему, это так и есть или нет? Так, ну, скорее всего, нет. Потому что где-то здесь, и хрен даже знает где. Так. Тормозим. Палочка вообще выпала. Выпала палочка. Ё-моё, я еще в клею заехал. Ну все, я. Похоже, мы с вами застряли. Ну да. Давай.
Ну, в принципе, на большой скорости мы с вами спокойно проедем эту колею. Ой, грязь летит с колес. И, скорее всего, на телефон тоже. Ну, ладно. Надеемся, что на саму-то камеру не попало, а что уж там с телефоном, мне, так сказать, уже не важно. 4-е. И нам нужно оттормозиться теперь. Ох, грязь тут. Так, кто это у нас катается, интересно? Так, прям смотрит на меня. Так, что-то газ вот опять, я вам говорю, газ что-то опять у меня западает потихоньку, понемножку. Так. Ну, наверное, какую-нибудь из этого видео сделаю какую-нибудь нарезочку, скорее всего, я. Так, 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 так. Пошла, пошла, пошла. Эх, сразу что-то скорость я не переключил. А вот сейчас я даже буду придерживать телефон. Так, ямка, опа, нормально. Так, так, так. Ох, как я влетел. Я даже почувствовал эту палку, как она мне в пол долбанула. Да, ну, с газом что-то надо делать. Что-то надо делать, это точно. Только вопрос, что? Потому что там, в принципе, все нормально, но я попробую все-таки что-нибудь сделать. Потому что, ну, газ западает, это вообще как-то не в кайф. Ну, я думаю, кружочек 2 еще дадим. И можно ехать уже ближе к дому. Потому что я тут уже копаюсь хрен знает сколько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот эта грязь наша. Оп-оп-оп. Даже, в принципе, немножко дрифтанули, мне кажется. Ну, все, мы с вами дрифтанем, когда будем заезжать уже в сами ворота в дом. Так, первую. Палка опять упала. Палка-выручалка моя. Так. Так, отлично. Ой-ой-ой-ой. Где же у меня микрофон теперь точно находится? Ну, в принципе, я так закрепил у себя на ухе его, что он не должен никуда далеко деться. Так, проеду я эту грязь, чтобы не летело ничего. Потому что тут у меня же не стекло, а сетка стоит, и у меня вот все в нее набилось. Она такая, ну, большая, в принципе, сетка. Квадратики в ней большие, так, я не знаю, ну, может, сантиметр на сантиметр, квадратик один. Вот, так что набивается все это у меня. Ну, в принципе, это у меня все на стекло, на шлем попало. Так у меня ничего нет такого. Вот опять в нас прилетело. Что ж там на дороге-то валяется? Вот я не понимаю. Вот народ наш берет, просто выкидывает мусор, и потом вот все это мне мешает. Так, надо было сейчас покошку врубать вторую. Да, надо было врубать вторую. Ну ничего страшного. Так. Проедем. Опа, нет, попали мы в ямку все равно. В ямку мы попали. Такая ходовая, на самом деле, у меня это третья. Большую часть я на ней езжу. Четвертая, вот если, ну да, вот если бы была бы четвертая нормальная, разгонялась бы, тогда была бы ходовая, наверное, четвертая, мы с вами бы даже летали бы на ней. Но вот что-то четвертая не хочет ехать. Да, кстати, так я вам и не рассказал о моей бабухе, что за мотор на ней стоит, что за детали на ней. Мотор у меня стоит от Запорожца, от ЗАЗа. Короче, автомобиль СССРский. Это у нас модель АБ или АИ-80. По-моему, АБ-80. Модель. Вот, сейчас таких уже... Они, так сказать, не выступают. Вот. Ну, я
короче, купил. Мне подарили, так сказать, на день рождения данный автомобиль. И вот, привез я его в Рязань с Москвы. И теперь гоняю тут на нем по полям. Так, ямка, нормально. И меня что-то как-то... Нет, не ведет, все нормально. Просто показал, что что-то с каким-то колесом у меня. Так, оттормозить надо. Оттормозиться обязательно. То я еще из-за этой палки-выручалку своей лазью. Да, так, интересно, сколько у меня там бензина уже осталось-то, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нехорошо. Оп. Газ большую часть запотает тогда, когда тебе надо переключиться. Это вообще, так сказать, не фарт. Так, ну что же, сейчас я вам уже покажу мой автомобиль, мой суперавтомобиль, на котором я езжу по полям. Вот. Так, теперь надо как-то спокойненько дать газу, так, чтобы в ямку ни в какую не попасть. Отлично, отлично. Вот я вчера тут проехался, и тут, так сказать, небольшая клея образовалась. Заехал я сейчас в эту грязь опять. Первую воткнул, вторую, наверное, не буду сейчас вырубать, смысла нет. Сейчас спокойненько просто доедем, чтобы не мучить мотор. Так, палочка-выручалочка опять слетела, ну ё-моё, ну как так-то? Так, ну вот здесь сейчас как-нибудь встанем, потому что выезжать я буду здесь, с этой стороны, а где мы с вами разворачивались сейчас, там я... заехал и боюсь, что не выйду, потому что там грязь. И лучше даже рисковать не буду. Здесь проеду. Так, теперь надо сделать вот такую штучку. Так, друзья, здесь я, наверное, обрежу всю эту штучку. Так, опа. Так, ну вот, короче, мой супер автомобиль. Какой же телефон у меня теперь чистый. Так, это у нас баги. Вот она, палочка моя, вручалочка. Можно куда-нибудь ее кинуть пока что. Это у нас баги АБ-80 или АИ-80. Я так что-то никак не запомню. Ох, ё-моё, весь мотор. И вот наш тросик газа идет, который нас сейчас толком не давал ездить. И у меня вылетела, так сказать, затычка. Масло, ну, там, короче, не масло у меня, а, ну да, масло, короче, как-то так. Вот, давайте я покажу вам, так сказать, салон. Салон у меня сейчас, можно сказать, не ухожен, потому что она же стояла с лета, и как бы я в салон ничем не закрывал, потому что тут нечего, так сказать, мне терять, что ли, как-то так. Так вот сюда засунуть, ну это я уж потом сделаю. Вот, и туда нападали листья с осени там и так далее. Я только закрываю мотор, потому что он важен. Самое главное, это вот, так сказать, вот эта байда. Ну и вон та байда, вон там вот зажигание, так сказать. Ну и в принципе все. Но теперь у меня весь мотор в масле. И это очень-очень плохо. Теперь я понял, почему машина у нас чихала и иногда даже не ехала. Так, ну в принципе все. Конечно, она у меня сейчас очень чистая, потому что я уже вам говорю, я вчера тут попытался проехать, проехался, и когда я только сделал это, было в субботу машину, я проехался прямо по грязи, там, я когда из дома выезжаю, и сразу же, так сказать, можно прокатнуться мне, переехать дорогу и попасть уже, так сказать, на поля. Вот, и там была грязь, и я поехал, и приехал, конечно, я очень чистый, очень чистый. Так, а вот это я, Стивенсон. Ну, меня здесь, конечно, плохо видно. Я сейчас закрылся, потому что ветер дует. И, так, здесь маски нет у меня. И вот такой вот я, колхозник сейчас. Да. Ну, короче, как-то так, дорогие друзья. Вот так мы с вами погоняли. Сегодня обещал, конечно, я туда съездить. Вон туда, туда. Ну, это уже, наверное, как-нибудь в следующий раз, наверное, завтра. Ну, завтра у нас обещают тепло, в принципе, как и сейчас. Сейчас можно, так сказать, заговариваюсь, так сказать, можно
ходить в футболке, да, кое-где так снег лежит, вот, кое-где. Ну, в принципе, стало сухо, вот здесь была вот жуткая грязь, проехать я тут вчера толком не мог, но все-таки я проехал. Ну, даже несколько раз, можно сказать, чуть не застрял. Ну вот, скорее всего, на этом все. Вторая часть у нас закончилась. Даже вон уже тут осы летают. Пчелы, осы, не знаю. О, как много-то. Ну вот, в принципе, можно на этом уже заканчивать вторую часть. Сделаю из нее какую-то нарезочку. Осталось только скачать какую-нибудь программку, чтобы сделать эту нарезочку для монтажа, короче. Но это уже, короче, сейчас не об этом. Вот. Вот так мы с вами сегодня погоняли. Самое главное, спереди все нормально, а вот сейчас у нас пострадали больше это крылья. Да, ну и мотор из-за того, что потерял я вот эту вот хернюшку, заглушечку, так сказать. И вот все это из-за этого. Да, и вот пока мы тут с вами ездили, упала у меня вот эта вот херня. Она у меня приворачивалась, ну и сейчас что-то она не хочет, так сказать, приворачиваться и держаться. Ой, ё-моё, что-то я все, когда прощаюсь, я начинаю все рассказывать наоборот. Ну, может быть, поподробнее это будет, я расскажу о ней попозже. Не знаю, когда, может, завтра, послезавтра, не знаю, посмотрим. Вот. Ну все, с вами был Стивен, подписываемся на канал, обязательно поставьте лайк, потому что вот сюда, я крепил свой телефон, тут у меня просто такой хороший чехол, мне, можно сказать, помог, да, бедный, его надо будет сейчас помыть, обязательно нужно его будет помыть. Ну и все. Все, на этом точно уже все. Подписываемся на канал обязательно. Вот точно обязательно поставьте лайк. И напишите в комментарии, что можно вообще сделать. Какую-нибудь дорогу препятствий, может быть. Вот. Здесь мы с вами погоняем, сделаем какую-нибудь дорогу препятствий. Ну, я об этом подумаю, так сказать, сам. Ну и вы также пишите в комментарии. Ой, извиняюсь. Так, ну и, скорее всего, все. Хотя, что это я говорю, эта часть-то вы хрен знает когда. Ё-моё, какая дорога препятствий-то. Максимум тут 5 роликов будет, а летом уже вы можете мне писать. Ну все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, ну и всем пока. Так, где тут стоп-то?